В аэропорту Домодедово разбираются в обстоятельствах ЧП, в результате которого самолет ударил крылом мачту освещения. Инцидент произошел в среду. Сегодня стали известны подробности. После посадки, в момент, когда лайнер поворачивал по рулежной дорожке к месту стоянки, пилот потерял управление из-за гололеда. Об этом сообщили в Следственном управлении на транспорте. В результате у самолета повреждено крыло. Экипаж и пассажиры не пострадали. И вот что сообщили представители аэропорта. В этот день, 6 февраля, движение воздушных судов из Персекти на аэродроме осуществлялось в штатном режиме. По нашим данным, коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе превышал нормативные показатели за счет того, что была обеспечена работа спецтехники и применялись реагенты.